Всем привет, друзья! Это у нас продолжается серия про домашний кинотеатр. Уже 6-я или 7-я серия, я уже не помню, я уже запутался, я не знаю, когда это все закончится. Все, блин, покупается и покупается, все, блин, надо и надо, конца и края не видать. В общем, сегодня у нас ни много ни мало, а мраморные плиты. Мраморные плиты для хай-фай акустики. Данные мраморные плиты приехали ко мне из специально из Италии. Прямо из Италии, шутка, конечно, не из Италии. Но это настоящие итальянские плиты. Они шлифованы по всем сторонам, плюс имеют скос. Посмотрите, какой красивый рисунок. Сейчас я ближе одену макрообъектив, вам все покажу, расскажу. Можно долго рассуждать, нужно ли ставить под акустику именно моно. То есть они брались именно для фронтов. То есть 70% эстетика, 30% звук. Я на них каких-то надежд не возлагаю, что они будут звучать прям это, но фронты у меня имеют в комплекте шипы, и почему бы не поставить их на шипы, да? Вот. Ну и действительно выглядит, ну, очень красивый рисунок. Мне именно понравился очень красивый рисунок. Размеры этих плит 35 на 40. Мне прям размер этот прям идеально вписывается. Прям мне не надо ни больше, ни меньше. Плиты имеют толщину 2 сантиметра. Как бы я думаю, что достаточно. Мы тут не такие аудиофилы прям уж. Вот. Но как бы две плиты были приобретены за 4000 рублей. Вот. Они действительно из Италии. Ну, так говорят, я надеюсь. Вот. Значит, все, надеваю макрообъектив, смотрим ближе, и потом покажу, как будет установлена на них колонка. Вот таким образом выглядят плиты. Вот первая плита. Вот такой у ней рисунок. Вот вторая плита. Не, ну красивый рисунок, конечно. Не хотел я чисто черные, потому что, ну... И так все черное в комнате, еще и плиты будут черные, и вообще их видно не будет. Они должны подчеркивать, так сказать, позиционирование фронтальных колонок. Я так думаю. Вот, плиты уже имеют пятаки из войлока. Я не знал, есть они или нет, я думал их вырезать самим, но благо, что они есть. То есть, насколько я понял по информации интернета, для... акустики используются именно только мраморные плиты, не гранитные. И у них должны быть вот такие пятаки из войлока для того, чтобы именно так вот они ставились, чтобы они снижали вибрацию и прочее, прочее. То есть вот так вот эти пятаки виды выглядят. То есть низ плиты не шлифованный, не этот, соответственно, что его как бы шлифовать, да? Вот, то есть здесь у нас угол скошенный, он же шлифованный. Вот такой имеет структуру. Посмотрите, какой красивый мрамор. Так, ну что, хватит разглядывать, давайте ставить под колонку. У меня колонка сейчас стоит вот так вот, она стоит на резиновых шипах из комплекта. Ну, посмотрите, у меня есть обзор этих фронтов, там именно на видео показано, как я их устанавливал. То есть сейчас мы на это место ставим мраморную плиту, и я прикручиваю шипы, соответственно, комплектные на колонку. Так, ну что, ребят, вот так получилось. Вот так вот плита лежит. Все поместилось, все отлично. Гармонирует с ножками, серый с серым, все отлично. Не выглядят они слишком инородными. То есть у нас стояли вот такие вот ножки резиновые. Теперь, соответственно, я вкрутил родные шипы. Вот так они выглядят с конусом, что на одной ноге, что на второй ноге. Ну, а, соответственно, на всех тех дальних ножках. Так что все получилось замечательно, колонка стоит устойчиво, четко, в натуре класс. Это первая колонка, идем ко второй. Вот, соответственно, вторая колонка также стоит на мраморе. Все четко получилось. Также стоит на своих ножках, все. Посмотрите, какая красота, ребята! Так, все, по мрамору мы закончили. Спасибо, что смотрели этот ролик. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!